Телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает о новых мерах поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. При среднедушевом доходе 1,5 прожиточного минимума будут предоставлять налоговый вычет. Разницу между начисленным за предыдущий год НДФЛ по ставке 13% и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Для семей с детьми в возрасте до 6 лет включительно, а также с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми с инвалидностью будет действовать льготная ипотека под 6% годовых, первоначальный взнос от 20%. Семьям, у которых есть неиспользованная часть маткапитала, вернут 10 тысяч рублей. Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. В Ленинском районе ведутся общественные обсуждения по поводу места размещения фонтанов в 2025 году. Проголосовать за понравившееся место или поделиться своими предложениями можно по ссылке в телеграм-канале Ленинского района. Телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики рассказывает о том, как провести досуг в Самаре. В сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. 19 июля в 18 часов покажет «Вокзал для двоих», 20 июля в 15 часов «Василису Прекрасную», в 17 – фильм «41», в 19 часов «Три тополя на Плющихе», 21 июля в 12 часов «По щучьему веленью», а в 18.00 – «Добровольцы». В ДК «Чайка» на Управленческом 19 июля в 18 часов пройдет фестиваль уличного кино, в рамках которого покажут 6 короткометражек.